Вот. Ты за своим супом, блядь, едешь, ёб твою мать нахуй. Пиздец, да, блядь? Чкаёбы. Короче, бля, машина орёт просто как конь, ёпта. Главное, чтоб ехала, пускай орёт. Да. Данный выезд у нас, как это... Данный выезд нам помогли, как бы нам помогли, чтобы выехать. У нас наши партнеры, это масла Акора. Компания Акора. Компания Акора, да, производит масла на любые виды техники, любого там, как это, вязкости, качества. Да. На дизельный, на бензиновый, в коробку, в автомат, на трактор, на, даже на раллийную тачку. Да, вот мы на Пскове проехали на их масле и залили сейчас опять их масло. Но на Пскове мы ехали на 5.30. Нет, только 5.30, 5.50. Ага. А сейчас мы залили 10.60. В ожидании, что будет пожарче, но вроде как жарче не стало, но в принципе хрен с ним. Вот, спасибо ребятам за поддержку. Будем юзать их масло, тестить, и вам расскажем уже конечный результат, как оно себя поведет. Да, мы как бы сами залили и едем. И вы все увидите, как все это работает и как все это едет. Так что спасибо большое ребятам. Отдельное спасибо вот Виталику, Петру, Петруха, вот, а мы ебеним на первый спецучасток, спецучасток Остерло, кто помнит, кто следит, наши дорогие зрители смотрели, зимняя Карелия, первая гонка этого сезона, это те же самые допы, только зимой они были нереально идеальные, широкие, ровные, там вот лед был качественно, вот Рома ехал, кайфанул от этих допов, помнишь, да? Да. Сейчас они немножко в прискорбном состоянии. Немножко, да, хреновые, но мы надеемся, что их почистят перед нами.